преддверии Дня защитников Отечества и в рамках месячника оборономассовой и военно-патриотической работы в Славянске на Кубани в спортивном зале Славянского электротехнологического техникума раздавались звуки выстрелов, затворов автоматов и торжествующие крики. Здесь проходили соревнования по военно-прикладным видам спорта. Служить России суждено тебе и мне. Среди допризывной молодежи западной зоны Краснодарского края, посвященные Дню защитника Отечества. На соревнования в меткости, быстроте и выдержке были приглашены команды военно-патриотических клубов и объединений из 12 муниципальных образований Краснодарского края, города Анапы, города-героя Новороссийска, а также Абинского, Одинского, Крымского, Калининского, Красноармейского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Тимошевского и Темрюкского районов. Выступить с напутственными словами приглашены почетные граждане города Славянска на Кубани, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженной службы. Допризывники показали свои умения и навыки в разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжение магазина 30 патронами, метании гранаты на точность, стрельбе из пневматической винтовки, челночном беге, а также в командном виде соревнований в комплексной военизированной эстафете. По результатам соревнований были подведены итоги как в командном, так и в личном зачете. Победители в личном зачете были награждены медалями и грамотами, а команды-призеры соревнований – кубками, грамотами и памятными призами.